Итак, всем привет! С вами Фил, Стас и залетный хорек с нами тут сегодня попал. Всем привет! Мы продолжаем играть в War Z. Сегодня у нас миссия спасти рядового Райана. В роли рядового Райана, наверное, выступаю я, потому что я слишком далеко меня закинуло. И вот они идут меня спасать. Да, всем здрасте! Вот этот хорек, его зовут Миша. Харьком мы его прозвали, как бы до этого он с нами играл, и когда мы только заходим в город, вот это чудо успевает облутать все до того, как мы добежим докуда-нибудь. Да, Миша? Да, Миша. Миша, ты... Подожди, ты же вчера эту кличку вроде как придумал для меня. Придумал спонтанно получилось. Не, Миша, эта кличка была, наверное, подпольная еще с момента Варзер. То есть вот, когда я вот сижу, друзья там про меня хорошие вещи рассказывают, они просто, как я уйду сразу из чата, вот, я впадаю. Ну, не совсем так-то, где-то подобное было. Да, и по возможности чуть-чуть ближе микрофон к себе сделай, потому что, ну, допустим, Фил, он громче тебя говорит. Я вообще отлично говорю, ну, я как бы вообще дико пиздатый, а вы так себе. Вот. Что у нас, город, бинокль? Нет бинокля, полицейский участок вижу. По нам никто не стреляет, мы живы. Все, вроде так должно отлично. Ох, сервер 21, я чувствую, мы проживем минут 5. Да ладно, что, у меня вот я только зашел, вот пустой персонаж, зашел в магазин, взял, ну как магазин, в полицейский участок, взял М4, оптический прицел, который на нее не ставится, фонарик, который на нее ставится, анаконду и пистолет какой-то, Симак. А тебе фартит? Да вообще, сейчас по-любому, как обычно, я умру первым. Как обычно, умру я, или... Воу-воу, полегче. Ты, да. Ребенки пленных не берут. Жаль, нельзя застрелиться, только застрелился уже. Ты предлагаешь нам идти спасать его через кампус? Да, вообще иди как-нибудь меня спасать. Да, слушай, я не тебя спрашиваю. Миш. Ну давай через кампус. Ты кнопочку держи, а то ты у нас заика какой-то. Давайте. Спасайте. Давайте. Так, у меня вроде тут все. Через низ на этой. На Oak Mountain Rest Stop. Вот я, кстати... упал. Я, кстати, заметил такую фигню, вот. Вдвоем бегаешь еще как-то очково, так, знаешь, так стремновато. Появляется третий, все, хардкор. Вот я вот уже бегу вот метров, сколько, 500, да, я еще ни разу назад посмотрел. Да, кстати, то же самое. Один, когда я бегал, там, каждую нычку проверить нужно. С тобой уже вперед. Теперь будет миссия спасать нас. Теперь, кстати, можно будет с этими переговариваться, если кого-то нам встретим через Т. Ну теперь да, там сразу, да. Шайзе! Теперь можно наезжать на них. Русиш партизанен, да? Ахтунг! Да, да. Из лесов вышли. Так, я вижу вдалеке этот туннель. Мне до него еще издавать и издавать. А, я понял. Это вот это вот. Политическая проститутка с медвежонком на спине ведет меня к прудику, да? Да. Да. Серьезный парень. Полегче, полегче. Так, вы куда, где встретимся? Я что-то и не понял, куда мне топать. А, ну, меня... ну, давай, как обычно... Если так смотреть, чеши, ну, обходи туннели к этому, к заправке. Ох, на нем жить бы до этой заправки. Я тут это, выхожу на шоссе, там, где, помнишь, мы с тобой БТР присмотрели. Да, да, да.
Опа! Эй, ты там выживший, ты чё? Вы смотрите, там не сдохнет. Я убил одного. О, уже там кого-то положили. У меня кто-то. С ножичкой его сейчас как мясо. Он умер. Слушай, у меня нет патронов, прикинь, убей его. Ай-яй-яй. Он бежит за типом, убей его. Убей его. У меня блядская клавиша забила. Он сейчас поднимет что-то, давай. Я не могу встать, у меня Z заел. Эх вы, что ж вы там делаете такое? Вот это номер, прикинь. Он раньше меня поднял, короче, и завалил это какой-то дробач. Вот это да, жесть. И он сейчас убьет. Вот это фейл. Я не мог встать, что за бред? Да ладно, так и скажи, что ты просто зассал и прикинулся кустиком. Ну да, я зассал, прикинулся. Твой труп так мило падает просто. Так, сейчас я на паузу, короче, поставлю. Начнем уже, как бы, появлюсь. Ну ты лошара, короче, понял? Я как мог, я его пугал пустым стволом, блин. Ты знаешь, из-за чего, кстати, бывает, что Z не работает? Это бывает из-за того, что коллизия какого-то предмета сверху, пистолет возьми. Ой, ствол, да. Аэропорт. О, ты там сказал, посмотри он туда. Прямо по чё? Чё? Смотри, прямо по кругу, смотри, что позвали. Ты заявляешься. Ой, это у них опять автопати? Да, наверное. Спасти рядового Райна. Филу нашли. А Райн да. Зайти не может. Да, а Райн, да. А Райн умер и не может зайти. Ты вот скажи мне, вот реально. По твоей вообще удачливости ты как будто знаешь вот негр и еврей одновременно. Фу, точнее афроамериканец и, ну, и еврей. Блин, меня укусил гад. Хотя, если так смотреть, то по всем обстоятельствам, по съемкам, негр тут я. Потому что я есть в каждой серии меня убивают. Я тебя прикрою. Ёпта, эксход, блин. Мне страшно. Стреляюсь. Там винтовка какая-то лежит. Нет, иди, бежит на тебя, не стреляй. Почему? Там подруга встала. Да я вижу. Смотри, КМ тут у нас. Где ты его видишь? Да вон возле морда. Так, отходи. О, как раз встал этот. Ай, отходи. Ран. Go away. Мы их убиваем. Пусть вон там шлем лежит. Ночное видение, такая недавка. Я не зайти не могу, ни вещи, там не пишет. Он ночное видение лежит, слышишь? Офигеть. Night Vision, это круто. Так, все, как это, забираем, выходим с сервера, да, и нафиг Warzet. Мы выполнили цель. Нашли PNV. Батон же 36 сделал. Я не знаю. Слушай, реально PNV. Нифига себе. А слушай, а эти друзья живы? Да, жив. Ну что ты делаешь?
Ну, у них, смотри, они все встали. Что ж ты наделал? Ты их вали. А у меня патронов нет. Вот, прикиньте, меня в текстуры закинуло. Я не знаю, где я на карту не подобрался. Ты ж пустой, это автомат подобрал. И чё? А чё, патроны должен тратить на нем? Как, кстати, на одиночкиной переключиться? Икс. Отлично, всё. Валера, настало твое время. А какого хера я на дно родом в горах делаю? Ой, зря я это сделал, да? По-моему, да. Бежим? Тякайте, хлопцы. Гайд до кучи. Ты отстреливай их тогда уже. Подожди, это танка? По одному стреляй. Ты как? Какого хрена вообще? Надо от них где-то сныкаться. Отстреливай. Сныкаться. Я боюсь. 18 патронов, жалко. Ладно. Я их возьму себя. А, все, 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 они затупили. Отлично. А зачем? А что? Я боюсь, боюсь, ты меня бить, наверное, будешь. Я иди сюда, не буду тебя бить. Я буду еще смотреть. Че? Че там? Че? Бери. И? Давай. О, на тебя он нормально смотрится. На мне ужас из-за волос. По крайней мере, сзади. Пошли дальше. А я не понял, слушай, как его включать, не? Это нет, это не ночной, не тактический шлем. И что он дает? Не знаю, зачем голову? Откуда? От дурных мыслей, значит. Да, от дурных мыслей. Энюшка. Я думаю, тут, тут мне не стоит больше стрелять, да? Да, я тоже так считаю. Ты нас не угробил. Со своими выстрелами. Я мог бы и пострелять. Сдохни. Сдохни. И сколько их там? Это вообще ужас. Да чё ты их бьёшь? Пошли, ну, бабки. Пошли, да. Ну что ты делаешь? Ты сейчас нагришь их. У меня был план. Подожди. Ёб ты. Всё, кай. Ага, хлопцы, текайте. Я ж их не пью всех. Они же сейчас опять залипнут и отстанут. Какая-то веселуха такая. Шнячку, все окей. Убегай, убегай, чтобы они тебя не видели. Просто беги, что ты. О, видишь, уже все, отстают. Я вообще... Отвалите, я не даю автографов. Отстаньте. Фил, ты где там? Ой. Да я перезахожу, могу в персонате. Да я тут отбивался. Ну, у меня там фан-группа своя. Да я заметил, там за тобой штук 15 поползло. Куда там убежал? Так, меня не убей, смотри. Кто, у меня шлема от шальных пуль нет. Ох, там тебе еще сагрились. Опа, стреляет кто-то. Где? Да я не знаю где. Ну, слышно было выстрел. Ну, право, лево, зюит вест.
Не знаю, где-то, наверное, из-за гор или за гор, где-то с гор. Выстрелы были такие жесткие. Не стреляй, трать патроны. Говорю, патроны не трать. Пойдем за забор. Офигеть, у меня за окошком так громыхает, прям вообще. У нас сегодня тоже громыхало, громыхало на полку. Ноль. Не, у нас сегодня было, у нас сегодня накрыло, град был, дождь был. Так, я говорю, тут кто-то стрелял. Это не ты был, точно. Так, у нас Outlaw один на сервере и... Хак, как не знаю правильно. Слушай, смотри, палаточки возле чупа-чупса, возле чупа-чупса поставили тоже. Он меня укусил, да. Ты зеленый, ты заражен? Не-не, не заражен, но у меня по пояс здоровье. А, то я тебя уже убить хотел. Ты добрый. Я лучше сам. Это хреново без бинокля, вот на вышке сейчас какая-нибудь зараза сидит и пипец нам. Ты посмотри, сколько там зомби стоит на вышке. Видишь, сколько там зомби? Нет. Давай, ну посмотри на лестницу. Это чупа-чупс, а не вышка. И за мной он бежит или за тобой, я не пойму. Ну, за мной я его. На чупа-чупсе говорю, посмотри вон сколько их. Ну чупа-чупс там вообще у них это беговая дорожка. У них фитнес. Наверное. Так, я тут ничего не вижу. Что-то да, я тоже ни хрена не вижу. На хаммере сейф стоит. Я не знаю, стоит тут что-то осматривать, отбиваться. Давай по центру, короче, спокойно пройдем. Рюкзак вижу, рюкзак вижу. Рюкзак это стоит того. Ради рюкзака будешь. Ну ладно. У меня 10 патронов. Я ползу, заберу его, я ползу. Что рюкзак на 32 ячейки? А, это да, это найс. А, yes, good. Пацаны, видел, под кайфом. Так, вдруг собрался. Так, куда идем? Тут что-то очень уж много тут. Я слышу твоих сверчков у себя в ушах. Ну, я тоже слышу. Так, подожди, наверное, вот эти надо... Не знаю, как мы будем... По одному... Прямо, как мы будем? Прямо пошли. О, смотри, хаммеры стоят. Раньше не было там хаммера. Ну да. А тут раньше вообще этого не было. Вон палатки, которые можно зайти. Ну что-то это, сыкотно. Да в палатках, там тут тусовки в палатках. Ну, значит, надо, вообще... надо больничку посмотреть и пожарку посмотреть. Ангары и домик. И на этом, думаю, ну, серию да, закончим. Потому что время мы так уже... Ну да. Лимит превышаем. Я дошел до нижней зоны. Невероятно. Невероятно то, что ты вообще еще жив. А мы тем более. Ну да. Я тяжело сказать. Помнишь вечно этот прикол вот с этой такси? Вечно кажется, что на ней что-то лежит. А, да. Вот, там зомби на тачке наверху тусит нормально еще. Смотри, тут двое. И а есть тут ничего, по-моему, нету. Ники. Что ты делаешь? Ай-яй-яй, забери его.
убери его. Просто там он отвечает, говоришь, ничего нет, деньги есть. Мои деньги. Да, в машине пусть. Ну чё, куда? Ну хотя там громыкает, что? Да вообще там жесть творится на улице. Во-во-во, нашел этот выход нормальный. Ну, точнее, нормальный ангар. Где ты нашел ангар? Подожди, я не понял. Я сзади обхожу. Следующий, ой, мне... Подходи оттуда. Ох, ты чувствую, тут много... Я к тебе бегу, спасай, спасай. Блин, темно, нифига не видно. Но мне более-менее. О, подруга. О, там что-то лежит, а? По-моему, чипсы. Да, я взял этот... тушнину банку, короче. О, тоже неплохо. Слышь? Мне надо 36 там... есть патронов, но 36 нет. Там пацан на картах сидит. Иди с ним поговори. Это согрелся. Сейчас, подожди, сейчас. Есть что? Это все, что ты знаешь по их нему? Да ладно. Сейчас. А у меня молния за соседний дом шандарахнула. Я чуть не ослеп. Фронтальным, то есть, получается, боковым зрением. Окно вижу, и вот сейчас молния жахнула, и у меня до сих пор круги в левом глазу. Кого я сагрил? Че? Он лежачий? Давай там, а, вот он был тут. Какой у тебя ник? Сейчас у меня третий. Не нейрон? А цифра 3. Нейрон. Это оригинальный вообще, да. Ой. Клавиатурный рандом. Что-то это мне страшно. Страшно мне. У меня закон так шарашит, то что я не уверен, что у нас... Ой, тут много. Можно сюда не ходить. Я видел твой мозг. Мне тоже страшно. Чую я сейчас что-нибудь сделаю. Сдохни, сдохни. Не могу я бегать со стволом и стрелять, это скучно. Я как этот. Ща буду. Он за машиной. Давай. Да я знаю. Ты сюда. Он прячется от нас, видал? В контейнере пусто. Я раньше тут лежала что-то. В следующий раз гром жахнет, я нажму кнопочку, чтобы слышали. Это такая, да, ну и так слышно. Такая жесть. Не, это остатки. У меня еще окошко тряхануло. Это слышишь? Нормально. Интересно, а если на Т нажать... ты что делаешь? Я испугался, извини. Ну не лежишь. Спаси меня. Я даже через наушники услышал. О, они за тобой. Едят! Да, они все за тобой. Сволочь ты. Я нечаянно. Ну, он просто реально вылет. Я ж тебе говорю, я вообще не играю в хорроры, потому что я очень такой впечатлительный. Ой, я боюсь всего. Я просто натворил дело. Твою мать. Ну зато у меня теперь нет патронов, я спокоен. Ты жив? А ну, как да. Ты? Я тоже туда хочу. Бен, а у меня что там? У меня много, да? Ну у тебя там двое всего.
Ну, хрен с ним, у меня патронов-то нет, чем я их буду пальцем ковырять? Ой! Ай-яй-яй! Давай быстрей. У меня дыхалка кончается. Сейчас буду играть в десантуру. Так, я со своими справился, сейчас твоих буду пытаться забрать. Ребятки, идите сюда. У вас трое там. Оп. Так, одного я отцепил от тебя. Ха, обломись. Фу, понял, кто тут главный. Ха-ха. Ко Ой, мне никто не залез. Я, меня короче, отцепили. десантировался на Хаммер просто. Вообще, ништяк. Фу. Ништяк. Тебе Да надо нужна? как-то сделать ништяк. У меня тут пятки одни горят, и все. Тебе нужна эмка без патронов? Ой, извините, извините, на какое она мне хрен нужна, скажи. Пошли искать аптечку мне. Спасителю твоему. Класс. Давай вот найдем аптечку и закончим серию, потому что у меня, думаю, лучше сейчас уже заканчивать, так что мы уже дофигище снимаем, во-первых, а во-вторых, реально стрёмно громыхает. Слушай, а смотри, что там? Там какие-то... Там стрельбище сделали, видал? И зомбари Так точно. повешенные. Офигеть! Я это не видел. Я тоже. Но мне страшно. У меня одни пятки, я уже не отобьюсь ни от кого особо. Обнажаю тебя снова Я прямо сейчас. могу дать тебе М-ку, то ее, А толку? ну ты руками будешь там прикладом бить, не? Я молотком быстрее буду бить, чем твоя эмкой. Ну, самое главное, Мы вертолет украдем, я надо кидаться. съел тушенку. Какому вертолету? То есть не беги, там их куча. Ща как громыхнет. О, нет, что-то тихо. Слушай, я понял, нам с самого начала так надо было двигаться. Ну а что с ним? Патроны были, что? Так, смотри, тут в траве лежат, если что. Да вон прямо там лежит, вижу. Что тут ничего не вижу. Она же, как обычно, через заднее место респается. Ты смотри, на них не иди, ты же сагришь и все. Стой! Ты прям на него идешь. Он встал? Нет. Нет еще. Ну и не паникуй Ой, раньше времени. я рядом с ним прохожу, и он лежит. О, шляпка. Смотри, смотри, что тут. Смотри, смотри, тут сейчас... Что это? Ящик какой-то. Что в ящике? Заходи. Что в ящике? Бизон. Как тебе Да, дай такой мне. вариант? Да. Скинь, дай мне. Отдаю, потому что я сейчас все равно пойду уже. Круто. Дальше будет тебе его, насколько я понимаю. Так, ты можешь мне за спину Ну, зайти? нет. А, вот, нашел. Я сильно добегу, да? Какая долгая утомительная дорога. Вы ближе персов не могли понаверять? Мы не могли. Что, Вы все, что было. контактировали меня будет. Ну да. Что, может, до стрельбища пройдемся? Может, давайте в мою сторону будем? Достав, сейчас же шупу туда. Эй, ты что, хочешь меня закрыть тут? Ты. Ирод. Ну блин, зачем ты вышел? Я же сказал, ты меня что, закрыть хочешь? Я же туда не вылезу потом.
Она тут что-то не ставится. Ну-ка, зайди назад, ты мешаешь мне. Зачем? Я не хочу. Все окей. Как? Ты чё вышел? Ты обманул систему. Нет. Да. Так, ну, давай, думаю. Опять заканчиваем на том, то, что я вертолет взял. Этот встанет, нет? Думаю, нет. Да ты тут меньше думай, тут действовать надо. Я же до стрельбища иду. Подожди, а ты этот ящик открыл или как он вообще? Что это было? Просто взял ящик и в нем был бизон. А, это, видимо, типа плюшка. Слушай, тут пилот уже идет, так что. О, ну я пора. Ушел. Я вообще на стрельбище. Класс. Ну, пилот меня спалил. Он танцует. Он бьет сетку мою. Ладно. На столь интересной ноте сегодня заканчиваем. Всем спасибо, кто смотрел. Фил. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Миша. Да, Миша, я... добрый. Не перебивай. Я тебя Но должен перебивать. Ты же харю. Но я все еще бегу за мечом. Кто стрелял? Кто я? Стрелял? Ну ладно, все. Всем пока. Это интрига такая осталась. Ну да.